Итак, ребят, добрый вечер. Тестируем мою новую кормушку. Пробуем, будут ли они сюда выгребать. Борта сделал с ящиков, вернее, с досок, с поддона. Вот, сделал такие реечки, набил, чтобы ни туда, ни сюда. Так, это мои кролики. Хе-хе. Это маленькая строкачка. Вот их мама. Вот первый выводок 2,5 месяца. Черно-белые получились, черные. Ну и такие, как мать. Это второй выводок. Вот малышня скачет. Так, а кормить будем мешанкой. Это шиншилла готовится к родам. 31 числа будет кролица. Так, это наш новый парень. Советская шиншилла. Шурик. Так, мы начнем с Шурика. Так, Шурик перекинул свою кормушку. Сейчас, Шурик, покормим тебя. Ух ты, водохлеб. Воды столько выпил. Так, насыпем Шурику. И потом до остальной бригады. Так, такую мисочку. Шурику хватит. В мешанке много всего. Сейчас на основе кормового буряка. Рыбий жир, кормовые дрожжи, дерть. Пшеницы с кукурузой. Ну и основной корм в кормушках ячмень. И малыш, ты не боишься? Такой маленький уже ячмень пытается кушать. Большие выгребли с кормушки. А малыш тут как тут. Так, насыпаем мешанку и посмотрим, будут ли они выгребать с этой кормушки. Ой, вы что делаете тут? А, взял ему сейчас шкурок от мандарин. Любят такую штуку. И запах хороший. Так, ну это десерт. Это на потом. Все, ребята, полетели. Засыпаем и смотрим. Малышня сюда залезет, нет? Так. Так. Так, мешанку немножко увлажняю водой, но самую-самую малость. Так, любители грести все. Сейчас и посмотрим, чего они будут с ней делать. Немножко сюда перетащим, чтобы видно было лучше. Так, ну, наблюдаем. Ты чего тут? А ну беги, 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 беги. Ну что такое? Во. Так. Перекурим, выдержка есть. Я... Также даю мешанку. Просто в обычное, кажется, блюдечко. Сделал с бутылки типа бункерную кормушку. В ней ячмень. Поставил маточник за 2 недели, не знаю, правильно, нет, за 2 недели поставил. Так, все довольно примитивно. Открываем маточник и смотрим. Солому я тоже сюда сам наложил, ничего она сюда не таскала. Ну, сидит тут, как в норке. Почему не до Калифорнии? Ну, тут все видно. Вылемнившие уши. Какого-то коричневого цвета. Рисунок на носу маленький. Ну, ничего страшного, мы не на породу. Нам на мясо продавать, поэтому разницы нет. Вот, короче говоря, предпочитательно пока в маточнике сидеть. Ну, посмотрим, 31 числа будет кормиться, сколько она приведет. В прошлый раз привела 10 штук. 9 потянула. Но один, к сожалению, помер.
А сейчас пойдем и посмотрим на ее потомство. И туда я кинул еще две термонки, одну термонку, свел ее с самцом. Вот. И две калифорнийки. Ну, на калифорнийку они, конечно, больше похожи. Но сейчас покажу. Так, перемещаюсь в третий поле. Вот так вот, ребята, отсюда не выгребают. Да, между прочим, от комбикорма считаю, что далеко ушел. Неизвестно, что туда сыпят этот комбикорм. Ну, мешенки, ячмень спасает. В погребе тепло. Вчера мерил, плюс 15 было. Ну и сегодня, я думаю, также. Их много, друг друга греют. Так, ребят, смотрим, молодежь. Это той мамаши, которая всему уши откусут. Не все повыходили. Должно быть 9. Вот эту вот термонку беленькую случили вчера. Калифорнийки еще нет. Пока боятся новое место. До этого сидели в клетке. Когда последний раз показывал молочную, месяц, по-моему, было. Сейчас 2. Кормушка такого же типа. Немного попозже тоже установлю ниппельные поилки. Пусть пока обживаются. Та же самая система. Ячмень в постоянном доступе. А насчет мешенки один раз в сутки. Вечером. Либо до работы, либо после работы. Вон сколько она приводила. В этом плане молодец. Только такая дикая. Так, насчитал 8, где-то еще один.